24 мая 1964 год. Смотри, какой спокойный. Вас подвезти? Я Джим. Бобби, я дико спешу. Не многовато ли вопросов? Ой, прости, я просто думал... У нас думал... телевикторина, угадайка. Что за... что это за хрень? У тебя что, в багажнике волосатый ребенок? Тебе надо успокоиться, ясно? Тише, Спанки. Ты сказал Спанки. Где вы сегодня планировали ночевать? В Альбукерке. Да, конечно, я довезу. А ты расскажешь все об этой знаменитой падле. Я неплохой человек. Меня просто довели. Зачем тебе это? Это ограбление. Будь благоразумен, ладно? Выпусти меня отсюда! Ты просто не понимаешь. Я решил, что если поймаю того, кто солжет... Что ж... Джейкоб Элорди. Закари Куинто. Тебе идет, Джим. Спасибо. Кривая дорога. Ты думаешь, мне не насрать на мартышку? Бобби, я уже говорил, он шимпанзе. Основано на реальных событиях.